вас тогда лос? Что случилось? Почему стоим? А, вы тоже не в курсе дела? Что там, господа? Машина перевернулась, говорят. Говорят, перевернулась машина, рация. Рация перевернулась, штабная рация. Какой-то солдат угнал штабную рацию. Что, охватил шнапса? Бывает. Солдатик ошалел от шнапса и решил покататься на радиомашине. Свалился под откос. Его подбили. Штабную рацию подбили из пулемета с бронетранспортера. В этом квадрате. Радиодиверсант. Радиодиверсант? Убит? Не знаю, разрешите, господа. Работал не кодом, открытым текстом. Да-да, буквально следующее. 22 июня и все остальное. Что же теперь? Фюрер не отложит удара ни на минуту. Узнает сегодня какой-то человек, Иоганн. Я тебя прошу, Генрих, о нашей рыбалке никому. Ты спас мне жизнь. Ты знаешь, как немцы относятся к твоему отцу? Хозяин уволит меня. Рабская философия. Хозяин обещал мне оставить автомастерскую. Ты что, не едешь в Германию? Я немец, и долг для меня превыше всего. Но мне не хотелось бы возвращаться на родину нищим. Здесь, в Риге, дела у меня идут неплохо пока. Твой отец щедро платит мне за свои заказы. Да и ты не очень затягиваешь расчеты со своим тайным механиком. А мне все равно, куда отец, туда и я. Везде есть яхта, мотоциклы, гонки. А к отцу недавно приходил прятаться в наркома Латвии и предложил ему кафедру в институте. Отец сказал, что подумает. Вот видишь? А по-моему, отец не едет в Германию за своего брата. У него есть брат? Есть, дядя Вилли. Отец не переносит его, считает плебеем. Он сводный от горничной. Дядя Вилли сейчас крупная фигура в Рейхе. Отец самолюбив, болезненно. Он мечтает о технической власти, как его братец о мировом господстве. Это не одно и то же! Что? Не одно и то же! Нет, он, конечно, не очень-то симпатизирует фашизму, но он хочет навязать свою волю. Радиотехническая фирма Рудольф Шварцкоп – вот его цель. Он технократ и фантазер. А? Ты когда зайдешь к отцу? К сожалению, надо еще кое над чем поломать голову. Инженер любит чистую работу. А почему только к отцу? Меня долго не будет. Гонки? Нет, пробег. Передайте, пожалуйста, господину инженеру. Это вы, господин Вайс? Извините. Мы запираемся. Молодой хозяин уехал. Пожалуйста. Инженер стал бы сердиться, если бы я эту работу отложил до утра. Заходите. Нет, нет, уже поздно. До свидания. До свидания. Да, судьба. Похищены часы, бумажник, обручальное кольцо. Это не ограбление. Смерть наступила от отравления мгновенно. Возмездие ослушнику и предупреждение колеблющимся. Инженер убит из пистолета, не пулей. Ампула с ядом. Угу. Буквально накануне Рудольф Шварцкопф стал советским подданным, и преступники это знали. Я долго ходил без работы, батрачил. До того, как удалось устроиться в автомастерскую, гражданин-следователь. Что ты заладил, гражданин-следователь? Я такой же рабочий, как и ты. Меня сюда прислала партийная организация и завода. Значит, так надо.
Эх, Вайс, не хочет ты помочь следствию. А ведь убит твой соотечественник. Латыши после советизации изменили отношение к немцам. Почему я должен ждать машину, а не машина меня? Извините, господин Папке. У меня большие неприятности. Меня допрашивали в НКВД. Им нужен преступник немец. Ты немец. В гавань. Я вас, как общественное лицо немецкого объединения, прошу. Защитите меня, если потребуется. Ничего не потребуется. Ты рабочий. А рабочего они не станут трогать. Впрочем, ты все еще раздумываешь? Теперь я решил ехать, господин Нагборнфюрер. Почему теперь, а не раньше? Я думал, что у меня здесь будет больше перспектив, чем на родине. Хозяин мне оставил автомастерскую, вы же знаете. Теперь ясно, мастерскую конфискуют. Ты со мной откровенен. Так вот, слушай. Ты решил, но это вовсе не означает, что ты уедешь на родину. Я этого не решил, но я решу. Если репатриируется Генрих Шварцкопф. А чтобы Генрих уехал в Германию, им нужно знать, что так же собирался поступить его отец. Ты скажешь об этом Генриху. Инженер Шварцкопф незадолго до своей гибели прислал мне письмо. А может, лучше показать это письмо Генриху? Ты скажешь Генриху, что у меня есть такое письмо. Слушаюсь. Я тебе доверяю, Йоган. Инженера Шварцкопфа убили агент НКВД. Он был нужен большевикам. Крупнейший специалист, понимающий толк в технике военной связи. И когда они узнали, что инженер собирается уехать, убили его. Теперь наш долг вернуть родине сына Шварцкопфа. Возможно, ты прав. Надеюсь, ты тоже готов репатриироваться? Если господин Папке оформит мой отъезд. Папке сделает все, что я ему прикажу. Не смог уберечь отца. Откуда он мог знать, что замышляет НКВД? А теперь он проявляет трогательную заботу о моем отъезде, гестаповец. У тебя странное впечатление о деятельности гестапо. Ты изменился, Йоган. Если Рейху необходимо, чтобы немцы вернулись в Германию, надо делать то, что нужно Рейху. Ну, а кроме идеи, ты что, рассчитываешь в Рейхе на блестящие перспективы? Нет. Едешь ты, единственный близкий мне человек. Скажу дяде Вилли, он сунет тебя, где тебе будет потеплее. Не унывай, старина. Спасибо, Генри. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Что вам угодно? Я хотел бы сдать в ремонт велосипед. К сожалению, мастерская закрывается. Простите. Вот квитанция. Спасибо. Извините, ваше лицо, хотя вы слишком молоды. Не мог ли я знать вашего отца? Он медик. Фельдшер. Где он сейчас? Умер. Давно? В 23-м году. Где же его похоронили?
Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших. Вы помните своего отца? Конечно. Я помню его очень хорошо. Страстный был курильщик. Вот только запамятовал, что трубку. Мой отец был медик и всегда внушал мне, что табак вреден для здоровья. Вы ошибаетесь. Мой отец никогда не курил. Возможно. Который теперь час? Без семи. Точнее? Без семи на ваших. То же самое. Пройдемся. Я весь к вашим услугам. Можете называть меня Бруно. Бруно. Надеюсь, вы не забыли, что я не мешал вам ухаживать за своей дочерью. Бертой. Она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно спрыгнув с дерева. Вы были готовы считать меня своим зятем, если бы Берта не умерла. Бедное дитя. Еще что-нибудь рассказать? Не сердитесь. Я ведь старше вас. Дело не в звании. Не помешает перед первым стартом. Дождь? Это мне противопоказано. Мне все противопоказано, если слушать медиков. Вы абсолютно правы, ваш отец не курил. Ни на одной фотографии фельдшер Макс Вайс не изображен ни с трубкой, ни с сигаретой во рту. Укроемся? По Риге у вас... Янис, подожди. Хорошо. Скорее, уже началось. Все в порядке. Рассчитывая на возможность использовать Билли Шварцкопфа, вы психологически правы. Но у вас есть конкурент. Папки. Естественно, в Рейхе он захочет откусить кусок побольше. Обратите на него внимание. Что еще? Морские прогулки. Ночью, в шторм, не одобряю. А если бы, не дай бог? Виноват. Очевидно, буду избавлен от строевой службы в Германии. По крайней мере, наши врачи это единодушно утверждают. Я бы отнюдь не возражал. Это облегчит нам возможность увидеться. Я сам найду вас. Коварная погода. Для профилактики. Советую. На будущее. Вам бы полежать. Да. Пожелаю вам тепленького местечка в германской разведке. В Абвере. Вживаться, вживаться, вживаться. Нужен Иоганн Вайс. Не нужен и еще долго будет не нужен Александр Белов. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего
начинается родина, с заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина? Сейчас все следуют в центральный пункт переселения Айнвандерер-Центральштелле. Выход запрещен, регистрация, новые документы. Поздравляю с прибытием! Родина, народ, фюрер! Что обниму и своего брата. Но я рад тебя видеть, мой мальчик. Мой племянник. Я сдержал слово, встретил его на новой границе Новой Германии. Они там в Латвии и не подозревают, как она стала к ним близка. На место. Генрих там. Польша пройденный этап. Да, бедный Рудольф. Он понимал все в радиотехнике и, к сожалению, почти ничего в других областях человеческой мысли. Ну, мальчик. Дядя Вилли, вот это тот самый Йоган. Ах ты? Все я закончил. Слышал о тебе. За твои услуги моему покойному брату и нашей семье. Если тебе что-нибудь понадобится, да. Найди меня после проверки. Вы разрешите, дядя? Да. А теперь отель, короткий привал и Берлин. Работать, работать, работать. Сама судьба указывает нам путь дальше на восток. Все в порядке. Господин офицер, я не женат. Тебе нужно мое благословение? Господин Папке говорил, что это не солидно в моем возрасте. А ты не можешь мне помешать найти хорошее место? Еще один по твоей линии шуль, шофер. Он просит найти ему девку, чтобы немедленно начать плодить солдат для фюрера. А самому уклониться от военной службы? Иди. Вот, видишь этих парней? Все шоферы имеют солидные рекомендации. С детьми. И каждый мечтает о Рейхе. Мало охотников оставаться здесь, в Польше. А место у меня в гараже одно. Так что... Надеюсь, все в порядке. Achtung, Achtung. Die Betreuungsstelle des Roten Kreuzes befindet sich in der Bahnhofshalle. Благодарю вас, интершафтфюрер. Пустое. Achtung, Achtung.
Die Betreuungsstelle des Roten Kreuzes befindet sich in der Bahnhofshalle. Руки-то с кем? Вещь высокого класса, я вижу. Йоган, я очень рад, что ты пришел, поверь. Подарок дяде. Данные изумительные. Поздравляю. Момент, извини. Всего хорошего. Ты готов, Генрих? Да, дядя Вилли. А, ты? Я вам очень признателен. Спасибо большое. Успех тебе желаю. Ты со мной, Генрих? С вашего позволения нет. Вы разрешите? Помилуй, твоя же машина. Я за вами. Простите, штандартенфюрер. Да. У меня есть возможность получить место в гараже. Ваше благожелательное слово. Ты хочешь служить в гараже шофером? Спецгараж. Начальник гаража Шульц слушает. Говорит штандартенфюрер Вилли Шварцкопф. Как зовут? Йоган. Вайс. Йоган Вайс. Он будет служить у вас шофером. Йоган Вайс шофером? Да. И... Нет, только шофером. Так-с, для начала сядешь вот на этот дизель. Слушаюсь, мы с тобой сработаемся. А ты, оказывается, знаком со штандартенфюрером Шварцкопфом. Ну что вы, просто я служил его племянник. Шельмец, ну с прибытием, обживайся. Да, насчет квартиры тоже могу посоветовать. Есть тут одна фрау из аристократок. Здесь живет, рядом. Принюхивайся. Благодарю вас. Прошу. Что ж, я смогу вам сдать комнату. Надеюсь, она вам понравится. Да, конечно. Но никаких женщин. Как можно, фрау? Во всяком случае, не в моем доме. Я вообще не собираюсь жениться, фрау Дитмар. Свою комнату вы должны убирать сами. Я с детства привык делать все сам. Я рос без родителей. Вот. Это комната моего погибшего сына. Я сварю вам кофе. Крепкий. Отца не стало, как только мы переехали в Латвию. Он надеялся, что там нам лучше будет. Матери я вообще не помню. Она умерла здесь, на родине. Короткое письмо от сына принесли мне этой осенью. Вот и все. Я вышла рано замуж. И, в общем, рано стала вдовой. Прошу вас. Мой муж был инженер. Когда он увидел сына, марширующего с факелом по улице, умер от сердечного приступа.
Вам нравится ваша работа? Да, конечно. Правда, трудновато немного, все время в разъездах. Вы немного напоминаете мне сына. Спасибо, фрау Дитмар. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. А этот прибалтиец Юркий. Ладно. Как дела? Все хорошо. Доволен? Конечно. Да, не часто вам так везет репатриантам устроиться сразу под Берлином. Бек, поближе к девкам, с Александерплац. Кому ты этим обязан? Ладно, служи. До свидания. Будь здоров. Начальник гаража Шульц слушает. Спички есть? Берите. Извините, нет. Прикуривай. Интересно, почему ты работаешь здесь? А где мне работать? Гестапо. Вот для такому ловкому лестница вверх. Я не курю. А ты почему по ней не лезешь? Некогда, вкалывать надо. Потяни здесь. Нос тебе на работе перебили? Неаккуратно вправляли мозги в одном сердитом заведении. Я меньше делаю, люфт. Попробую. Смелый ты парень. Бог мой! Унтершарфюрер! Вась, дружище! Я сразу раскусил, что это за птица. Видал, кто к нему пришел? Хватит, хватит говорить. Соскучился я по землякам. Я тоже очень. Как у вас со временем? А что? Проведем вечерок вместе. С тобой. С удовольствием. Йоган. Папки, отличный парень, сдержал слово. И поэтому вы пропадали с ним целыми вечерами. И пили шнапс йогурт. Нет. Чуть-чуть. Ну, немножко. Приличнее пригласить этого господина в дом на чашку чая. Вы разрешаете, фрау Дитмар? Я испеку что-нибудь. Вот так же я ворчала на своего сына. Ну, не буду больше. У нас есть время? Мне дали машину на целый день. Хельга! София! Боже мой, я рада. Это мой квартирант. Моя подруга детства София Бюхер. Очень приятно. Очень приятно. Йоган Вайс, новичок на родине. Мы можем подвезти Софию? Располагайте мне, правда. София, мы не виделись вечность. Как Ангелика. Она уже взрослая. Да. Как я хочу на нее посмотреть. Она дома? Нет, она в Берлине. Прошу вас. Чем вы думаете заняться, господин Вайс? У меня есть опыт механика, я хотел бы открыть свое дело. У вас есть средства? У меня есть голова. Этого недостаточно. У него отличная голова. Наверное, если у меня такие солидные мысли. Особняк полковника фон Зайца. Слушайся. Пожалуйста, фрау Бюхер. Благодарю вас. Я живу здесь. Это совсем недалеко от нашего дома, да, Йоган? Да-да. Надеюсь, теперь ты навестишь меня. Спасибо, с удовольствием. Как только приедет погостить моя дочь. Я жду вас с Ангеликой. Да-да. До свидания. До свидания. София служит экономкой у полковника фон Зальца. Ангелика работает у него личным секретарем. Она чудесная девушка, хотя не лишена некоторых странностей. Ходят слухи, что фон Зальц испытывает к ней симпатию, далеко не служебную. Ну, вы безответно. Мне будет приятно познакомиться с фролин Ангеликой. Вы не представляете себе, Йоган, за свою мину,
Вам приятно сидеть рядом со мной? Вы позволите? Нет, вина. А я вас уверяю, Герберт, фюрер сделает то, что не удалось Бонапарту. Немецкие солдаты будут маршировать по Лондону. Фюрер, хоть и ненавидит англичан, знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один. Как вы полагаете, господа, не наградит ли фюрер вождя наших английских единомышленников Освальда Мосли рыцарским крестом? Я полагаю, что господин Мосли достоин такой высокой награды. Я не знаю. Но сделать это надо не раньше, чем наши войска высадятся в Англии. Или в том случае, если господин Мосли совершит переворот в Англии, как он обещал Риббентропу. Ах, Вильма, наш Риббентроп! К черту политику! В конце концов, мы женщины. Господа, ваши бокалы. Немецкие женщины, я... Виват, виват! Браво, Ангелика, браво! Фрау Бюхер, у вас удивительно современная дочь. Да, простите. Я говорю, не так-то просто реквизировать ценности в оккупированных землях. Ну вот, поляки, к примеру, до сих пор прячут уникальнейшие гобелены. Простите, а какова судьба Мадонны с горностаем Леонардо? Как? Затрудняюсь пока что-либо сказать, но это сокровище. Обожаю острое. И не только острое. Ну как, твой генерал все еще ревнует тебя к каждому встречному солдату, но без оснований. Ты циник, Пауль, а еще ценитель муз. Вы видели смерть? Неумелых убивают в первую очередь. А мне таких и не жалко. Никогда. Все мы смертны, фройлен. Но там, наверху, наши души ждет Всевышний. Ерунда. Никто нас нигде не ждет. Выпьем кофе? Не правда ли, Ева очаровательна, как наша прародительница? Поэтому у генерала возникло желание съесть яблоко. Отлично, Вайс. Не сердишься? Ну что ты, Пауль, спасибо. Мы с вами одного поколения. Нашим родителям поражение в той войне убило душу. Мне еще повезло. Мама говорит, что после войны рождались младенцы без ногтей и волос. Уроды. И мы имеем право мстить за это. Кому мстить? Всем. Не понимаю орущих дикторов. Мы имеем право говорить шепотом. Наша молодежь, интересно, о чем беседует. Вот не хотите ли печенье? Впрочем, наверное, оно будет вкуснее из рук Ангелики. Пожалуйста. Господин Вайс, вы, кажется, хотели приобрести гараж, стать хозяином? Да, у меня была такая мечта. Но теперь, когда я пожил на родине, я многое понял. Я буду там, где мне прикажут интересы Рейха. О, мы знаем. Вы зарекомендовали себя на родине с самой лучшей стороны, господин Вайс. Вы отлично будете выглядеть в офицерском мундире, господин Вайс. Наверное. Я представляю. Генерал Вайс. Не в пример тебе, Пауль, этот молодой человек знает, за какой конец держать винтовку. Ай, момент! Огненный коктейль «Соединенные вина Европы». Рекомендую. Благодарю. Новейшее изобретение. Моя марка. Русское название «Урш». Господа, за здоровье Ангелики. За тебя, Ангелик. Осторожно, София. Ой, это затемнение. Когда же оно наконец кончится? До свидания, фрау Дитмар. Моя дорогая. До свидания. А в какой стране вы хотели бы воевать, Вайс? Там, где амазонки. О, возьмите меня с собой, я научу их сбивать коктейль. Не правда ли, Ева? Циник, ты циник, Пауль. Ева самая очаровательная из валькирий. О, я давно это сказал. Ты знаешь, Йогана скоро должны призвать в армию. Ты не смогла бы помочь ему, ведь у тебя такие связи. Хорошо, я попробую. Уезжайте. По-моему, фрау Бюхер в вашем лице нашла отличный выход из пикантного положения. Не понимаю вас. Отношения Ангельки с фон Зальцем не будут шокировать, если Ангелька выйдет замуж. Вперед, Вайс! До свидания. Все было чудно, дорогая. Всего доброго, правда. Доброй ночи. Ну, Йоган, надеюсь, вы не скучали. Как вы нашли фройлен Ангелику? Она вам понравилась? Да, серьезная девушка. Очень. Если у вас появится серьезное намерение, я буду рада. Она немного странная, правда. Всем странной немного. Да, такой век. Ангелика поговорит о вас с полковником фон Зальце. Ну, конечно, должно пройти какое-то время. Вы очень добры, фрау Дитмар. Да.
весна наступила? Да. Это похоже на Ригу? Как вам сказать? Не очень. Рига лучше? Рига? Родина все-таки. Выпьем что-нибудь? Да, обязательно. Пиво. Я очень люблю светлое пиво, оно не такое горькое. А как вам жилось в Риге? Прекрасно. У меня был отличный друг Генрих Шварцкоп. Угу. Какую рыбу мы ловили ночью в Рижском заливе с Генрихом. И с девушками. Пару пива. А ты как думаешь, будет еще война с Россией? Во всяком случае, Бисмарк не советовал. А ему плевать на твоего Бисмарка. Возьмет и прикажет, завтра прикажет. А будет еще и послезавтра. Генрих сейчас в Берлине у своего дяди, штандартенфюрера. Выше бокалы, выше! Я очень уважаю фрау Дитмар. Нет, нет, фройлен, мне не хотелось бы пользоваться. Молчить. Я постараюсь выполнить ее просьбу. Ваше здоровье, фройлен. Вам нравится это? Ну, если вам нравится. У вас нет своего мнения? Мне кажется, вы вообще привыкли к тому, чтобы все разделяли ваше мнение. Да, вы правы. Вы любите признаваться в собственных ошибках? У меня опыта не было. А это только дураки учатся на своем опыте. Я же предпочитаю учиться на опыте других. Бисмарк. Да, я читал. Книги фройлен – хорошие советчики. Но тысячи советов не заменят тысячи пфенигов. Здравая мысль. Вы человек, у которого развита воля к власти? Да. Я буду по головам шагать к своей цели. Бисмарк. Я. У вас есть друзья? Нет. А Ева, Пауль? Вам они нравятся? Я мог бы сказать, кто мне нравится, но вы сочтете меня лицемером. Я в этом уверен. Откуда такая уверенность? Интуиция. Ну, я вам не советую всегда полагаться на свою интуицию. В таком случае, если у меня когда-нибудь будут дети, их папа, только шофер. А вы хотите, чтобы их отец был рейхсканцлер? Да, конечно. Смелое желание. Вы опять в Берлин? На этот раз я останусь здесь дольше. Фон Зальц приезжает, мой шеф. Цветы, молодые люди, цветы. Не хотите? Врачи категорически запретили ему работать. Но он не может. Решил бежать от них. Будет работать здесь, дома. Сейчас так много дел. Да, ты устроился неплохо, а? Работаю как заводной, и ничего больше. И нечем поживиться. Я честный человек. Я знаю. На легковой мне работать лучше,
Ну вот если вы еще разок побывали в гараже, мое положение. Устроим. А я, признаться, рассчитывал в Рейхе на кое-что большее. Мне, старому члену партии, плюнули. А почему бы вам не сообщить партии, что с вами так нечестно поступают? Гестапо – это партия, а партия – это гестапо. Честь нации не позволит мне этого сделать. Мне скоро 50. Ты видишься с Генрихом? Да, мы с ним встречаемся. Я многим ему обязан. Без моего согласия тебе бы не выбраться из Латвии. Я умею быть благодарным. При случае где-нибудь замолви обо мне словечко. Обязательно. Конечно, унтерширфюрер. Оскар. Называй меня Оскар. У меня был один приятель, который называл меня так. Почему был? Я предупреждал его, не говори при мне лишнего. Я выполнил свой долг. Вы для меня образец нации. Сволочи. Вот. Смотри. Какая прелесть. Это мой рейх. Ради них старый папки готов на все, что прикажет ему фюрер. Выпьем за этих немцев, Германии, для которых будет весь мир. У меня есть надежда выдвинуться на евреев. С ними проще. Предстоят кое-где крупные операции. Но прошла молодость безвозвратно. Если папке где-нибудь сорвется, все, фронт, смерть, Майн Готт, не покидай меня! СС маршит! СС маршит! Доброе утро, фрау Дитмар. От подполковника фон Зальца. Уточнение. Да, фрейлин, повторно. Спасибо. Папке Оскар. Оскар Папке. Репатриант из Риги. Спасибо. Минутку, фрейлин. Отлично. Продолжим, фрейлин. Шварцкопф Генрих, Вилли Шварцкопф, да, штандартенфюрер, Вайс Йоган. Ганнес, у меня хорошие вести для вас. Спасибо, фрау Дитмар. О, нет, нельзя, нельзя. Нельзя? К этой рубашке не подходит. Момент. Вот рубашка моего сына. Я редко видела его в ней. Обычно он носил коричневую.
Это ужасная униформа. Не надо так говорить. Для молодых людей, Йохан. Ну? Подполковник ждет вас. И вы ему расскажете о Латвии. Все, что знаете. Все, что полковника будет интересовать. Вам так хочется? Умница. Кто из ваших земляков, находящихся здесь, может выполнить одно задание? Мы все готовы, господин подполковник. Это лишнее. Сядьте. Кто? Имя? Есть такой человек. Отменного здоровья. Умен. Решителен, свободно владеет русским, латышский знает, бывал в пограничных районах. Имя? Папке. Оскар Папке. Мне понравился ваш протеже. На его присутствие в нашем городе не обязательно, я надеюсь. Йоан, вы так быстро ушли. Я так понял, что моя миссия окончена. Это вам от моего патрона, болгарский. Ваша миссия, мне кажется, она только начинается. Учтите, что подполковник не каждому дарит сигареты. Не знаю, сумею ли я вас когда-нибудь отблагодарить. Если вы захотите пригласить меня порыбачить в Рижском заливе, я охотно приму это приглашение. В Рижском заливе волшебные сны. Сны иногда сбываются. Вы меня вызывали, господин Шульц? Заходи, заходи, Вайс. Вызывал. Огонь есть? Есть. Ты мне нужен? Пожалуйста, прошу вас. Вот, для тебя. Держи. Ха, а ты действительно шельмец. Вначале потребовали твои бумаги. Кто знает зачем. С таким господин заведением Шульц, не шутят. Я занят потом. Слушаю эти слова. А теперь пришел вызов. Я дал о тебе самый хороший отзыв. Надеюсь? Конечно, всегда к вашим услугам. Путевки напишешь в Берлин. На, получай.
Знаешь, где будешь работать? Нет. Абвер. Так, генерал-губернаторство. Польша. Герлах. Капитан фон Дитрих. Фон Герт. Прошу вас. Я не посмотрю, что ты ефрейтор. Ты мне дочь. Шлюха! Ну, вы об этом пожалеете, папаша. Новенькая? Так точно. Шофер майора Штенглица. Проводить. А? Что? Садись. Покажу тебе место в гараже и общежитие, и койку. Езжай. Салют! Это твой хорик в гараже? Мой. А, я тоже шофер, капитана фон Дитриха вожу. Твоя койка? Да. А я этажом выше. Здорово, сосед, Курт. Йоган. О. Да, парень, считай, нам с тобой крепко повезло. Пусть другие отступают и наступают, а мы Абвер за ними, сзади. Сигарету? Не курю. Нет? Здесь нельзя курить. Что значит нельзя? Жар вот только за ворота, без пропуска не выбраться. А то можно было подрулить какой-нибудь паненке. Знаешь, кто с пропуском устроился? Он! Частенько за воротами бывает. Он тут одну из женской команды загипнотизировал. Ефрейтора при штабе. Не баба конь, клянусь. А ну-ка, иди сюда. Густав, а? Не забыл, сегодня суббота. Выпить-то тут. А? Пиво. Да, мы что-то давненько твои значки не смотрели. Покажи, пожалуйста. Ну, может, не стоит. Ну, прошу, давай, давай. Ну, разве для тебя? Ладно. Ну. Момент. Зачем подушка? А? Хочу значки достать. Для чего? Ну, ты же хотел смотреть. Я? Ты каналья! Вот он взглянет. Ты его значки еще не видел, а? Нет. Ну, вот, не лишай человека удовольствия. Да.
Играешь, а? Конечно. Если не возражаешь, сразимся в столовой на порцию шнапса. Идет? Идет. Сядешь тогда с нами. Играешь, нет? Не, хватит уже с меня. Боится. Ну ладно, хвастай. Показывай свои побрякушки. К обеду не опоздайте. Ну, что с него взять, деревня? Вот, я вообще-то почти никогда не проигрывал на пивных турнирах. Для нашей бондарной мастерской лучше рекламы придумать было нельзя. Однажды мне за ворот кишок сделался, я чуть не умер, честное слово. Вот он, этот значок. Черт, на том свете я уже побывал. Вытащил меня оттуда один врач. Артист, Зальцман его фамилия. Ну, а я во время погромов разрешал ему у нас в пивной бочке отсиживаться. Это был мой гонорар за операцию. А когда отец почуял, в какую сторону ветер дует, он приказал мне стать национал-социалистом. И сразу жизнь. Богатые пивовары помогали фюреру, когда еще он и не был фюрером. Ну, и спортивная слава моя росла. И теперь, когда я побеждал, значит, побеждали нацисты. На пивных турнирах? Ха. Так они у нас потом превратились в политические митинги, сам знаешь. Ну, ведь не в рабочих же кварталах или в порту в Гамбурге фюрер сколачивал гвардию. Нет, конечно. Да это не офицер, а собачий дрессировщик. Ребята, бесплатно, только один сеанс. Хотите посмотреть? Интересный фокус. Пошли к моей машине. Вот, была светлая. Стало черное. А номер вообще никак не могу запомнить. Вечером один, утром другой. Сотый раз меняют. Так я не понимаю, тебе что не нравится, номер или колер, а? Видал, Орла? Но-но-но-но, я сказал только то, что сказал. А я так и подумал. Эй, чемпион! Твоего родственничка прогуливать вывели! На глупах, ну за что? Выходит, родную дочь воспитывать нельзя. Вы, дедушка, вольноопределяющийся, ваша дочь ефрейтор. Скажите спасибо, что она вас под военно-полевой суд не отдала. Старику, наверное, не понравилось, что дочь очень уж охотно выполняет желания офицеров. Свинья! Отставить! Ты что, строй захотел? Конечно, не стоит. Терпи, раз уж повезло быть здесь. Ты думаешь, мне это даром далось? Я дал обязательство жениться на нашей ефрейторше из штаба. Нет, нет, не туда. Это офицерская. Наша внизу. Она, можно сказать, меня спасла. Взяла сюда из маршевой роты. А я не из ревнивцев. Женщина, она с головой. А это главное в семейной жизни. А что еще? Вы хотите отправить письмо? Так точно. Нет, нет, спасибо, все в порядке. Извините. Ага. Я передам через нее в комендатуру. Быстрее дойдет. Гораздо. Спасибо, Густав. Да ну что ты. Не смотри на них. Глухонемые, муж и жена. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Издали по губам узнают, о чем человек говорит. Адмирал Канарис интересуется ими лично. Благодарю. Пожалуйста. Спасибо. Прошу вас. Ну как, наши горы в силе, сыграем, а? Конечно. Ой, фу, бабуля. Голова раскалывается от этой дубины. Ну ладно, ребят. А кто-то здравствуйте. Здравствуйте. Ух мой. Проходи, нахуй. Ласточки. Ну поберитесь, хватит. Я готов. Я. Yeah. Ну, Вайс, давай. Кнобель. Ну. Момент. Ein, zwei, drei. Остался без штабса. Деревню везет. Пожалуйста. Штабс. 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 Пиво. Штабс. Пиво. Штабс. Штабс. Пиво. Штабс. Пейте на здоровье. А это тоже моя порция, мама. Ну, что ж ты, Вайс? Ласточки. Заскучали без меня? Ну, если вы настаиваете, присяду. Пожалуйста. Пейте вы. Моя птичка. Пей, маленькая, пей. Мы будем жить в маленьком домике. Уди-лю-дю-дю. Thank you.
Я... Вот. Занятная бабенка. Я бы не прочь пообъясняться с ней на ощупь. Ничего, он у меня еще попляшет. Я этого гада прямо в гестапо спровожу. На-ка, на-ка ему. Я иду в штаб, отдам рапорт. Здравствуйте. Добрый день. Густав передал мне ваше письмо. Только не надо было заклеивать. Оно уже ушло. У меня к вам просьба. Я хочу сохранить место за отцом. Вы не смогли бы пока тесно гаупахте подметать территорию, топить котел на кухне? Пожалуйста, к вашим услугам. Я могла бы приказать Густаву, но он ленив, я не могу ему доверить. Благодарю вас за любезность. Здравствуйте. Здравствуйте. Сволочи. Я же и виноват. Справляетесь? Так точно. Душная ночь. Женат? Помолвлен. Она сейчас наверняка отбывает трудовую повинность. Как все женщины. Да. Когда проработаешь 20 часов, а потом идешь не домой, а в казарму, все равно пустишь кого-нибудь под одеяло. Моя не такая. Я тоже была не такая. У вас свое хозяйство? Нет. Мы с отцом работали на птицеферме. Она принадлежит Гиммлеру. Хорошо платили? Не очень. Однажды отец... Ой. Спасибо. Унес немного орехов, которыми откармливает индюшек. Он хотел их завернуть в серебряную бумагу и повесить на елку. Рождество встречали без отца. Вы угадали. Его избил управляющий. С тех пор он и оглох. Но ничего, скоро мне дадут землю, и мы с отцом заведем свою птицеферму. На это можно рассчитывать? Конечно. Каждый получит свой кусок. Я член партии. Вступила еще до того, как мы стали хозяевами Европы. Спасибо. А где предполагаете получить? Многие поговаривают об Украине. А я хочу здесь, в Польше. Говорят, в России суровые зимы, надо утеплять птичники. Лишние расходы. Фролин, присаживайтесь. Жалко. Такие красивые ноги. Да. Когда я работала на ферме, у меня ноги были две палки. А теперь они как у настоящей дамы. Здесь недурно кормят. Хотите шнапсу? Не сейчас. Я дежурю до утра.
Интересуетесь? Здравствуйте. Доброе утро. Красиво? Хорошие псы у вас. А, толковый пес может нести службу как солдат. Любите собак? Да. Могу подарить щенка. Недорого. Спасибо. Бракованных у меня много, а вот с хорошим экземпляром стало труднее. Руку! 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 А собак требуется все больше. Пленных вот-вот здорово прибавится. В таких шубах им сибирский мороз не страшен. Да, конечно. Точнее держать. А я не выношу холода. Ничего, приятель, Рождество ты будешь встречать дома, в тепле. Безусловно. Ну, стойку! Еще! Ух, собаки, собачки, собаченцы. Ко мне! Нет, нет, нет. Это подарок, фройлен. Спасибо. Они здесь вроде как на карантине для исправления. Дай курнуть. Спасибо. Скрыли от Канариса, что ждут ребенка. Но Канарис узнал об этом. Ей сделали операцию, ребенка как не было. Вайс, вам пришло письмо. Вы получили? Нет. Можете взять, оно лежит в штабе. Благодарю вас. Они психовали вначале, хотели отравиться газом. Ну, а потом успокоились. Все правильно. Какой из нее работник с ребенком? А мы не можем терять нужные кадры. Ну, ясно. О, моя старуха идет. Завтра вы в полном боевом, а я еще не зарядил аккумулятор. Не радуйтесь. Не от невесты я прочла. Это от моей хозяйки, фрау Дитмар. Вы мастер. Скоро это не будет иметь никакого значения.
Германия получит такое количество иностранных рабочих, что нам с вами только останется командовать, фройлен. Да. Мы немцы, нация господ. Ваш папа не учел этого, когда брал орехи, предназначенные для индюшек. Но скоро он сможет сам так же наказать батрака. Да, конечно. Вы меня очень выручили. Отец скоро возвращается. Сгоряча крикнул, чтоб посадили. Гауптвахта отдых для вашего отца. Я тут немного покрутился, и то понял, как это тяжело. Мыть машины, подкрашивать, посыпать дорожки песком, разметать. Ветер песок разносит, опять посыпать. Мы с фрау Дитмар дорожки битым кирпичом выкладывали. Все лето как новенькие. Я знаю, господина Гиммлера на птицеферме тоже было такое. Ну, это стоящее дело, битый кирпич. А здесь, на окраине Варшавы... Йоган. Завались его? Милый, мне неудобно вас утруждать, но когда вернется отец, мне бы хотелось... Щебенки привезти. Если вы так любезны. Пожалуйста, фройлен. Тогда возьмете грузовик, а потом мы выпьем шнапсу. Когда вы будете совсем одна? Пойду оформлять вам пропуск в город. Я буду ждать вас. Слово солдата, фройлен. Ты не стратег, Штенглиц, у тебя мужицкий ум. Это так. И весь ваш отдел не стратеги, все разведчики. Кто распространял версию, что наш кулак на востоке это только маскировка удара по западу? Я. Капитан фон Дитрих. Наш отдел, контрразведчики, иначе как объяснить сосредоточение наших войск на советской границе? Детский лепет. Примитив. Никто не поверил. Дезинформация должна быть примитивной, как рисунок дикаря. Поверили? Ты читал вчерашнее сообщение ТАСС? Они полагают, что мы не порвем пакт. И наш удар примут за провокацию и только. Только? Да! Фюрер исходит из того, что в России не закончено перевооружение армий. Кроме того, у них убраны первоклассные военачальники. Мы соблюдаем приличие международных обязательств? А зачем? Вот молодец, сила и мораль несовместимы. Сейчас я разденусь догола. Нет, оставлю только фуражку, выйду и буду производить строевые занятия. Вот, не надо, простудишься. И уверяю тебя, ни одна свинья не посмеет удивиться. Моя любимая пластинка. Ерунда. Черт с ней. Это прошлое. Какое сегодня число? 15-е, господин капитан. 16-е, 17-е, всего 7 дней. Это кто? Твой денщик? Мой шофер. Все равно пей. Можешь. Барбаросс – это высшее достижение немецкого гения. Аксель. Ты осел, Аксель. Мы влезаем в войну, победу в которой принесет только полное уничтожение. Полное! Я сам. А моего шофера глухо не могу. 24.00 здесь, с запасом горючего. Свои вещи тоже. Все! Далеко собрался, Вайс? В город. Сигарет прихвати. Ладно.
Вполне. А я, как и предполагал, запасной полк, хозяйственная канцелярия. Трое суток отпуску за служебное рвение. Наши были у тебя дома, все в порядке. Отец, мать, живы-здоровы. Тебе того же желают. Акклиматизация твоя прошла нормально. Так руководство считает. Папки обезврежен. Сведения получены, проверены. Неплохая работа. Война начнется, не рыпаться. Сколько у нас до нее времени? 6 дней. 22-го. Кто сообщит? Сообщат. На будущее запомни. Никакой резкой инициативы. Рискнуть. Чем? Собой. Но тем самым подвергнуть риску задания, цель которого тебе, да и мне пока неизвестна. Сверхглупо. Что бы ни было, вживаться. Самому себя содрать шкуру, вывернуть наизнанку, снова напялить и улыбаться. Такая работа. Чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Чего начинается Родина?